Они тоже хотят быть первыми. Невероятные изобретения и технологии будущего, создатели которых еще не окончили среднюю школу, представили на конференции «Юный технолог 21 века», который проходит в эти дни в Новокуйбышевске. Роботы-футболисты, умные робопчелы и дом нового поколения. Наблюдала и удивлялась Татьяна Пудова. Большие и маленькие, железные и пластмассовые, полезные и просто забавные. На конференцию «Юный технолог 21 века» участники привезли сложные устройства. Каждый старался удивить чем-то особенным. Команда из Рощинской школы подготовила футбольную команду. Из-за того, что они не очень большие, у них небольшая скорость, но я думаю, если они будут больше, то они, возможно, заменят футболистов. Как все начинается с малого, так и эта история началась с того, что Даниил Убейкин решил для школьной дискотеки создать стерео-блютуз акустическую систему. Затраты минимальные. Все, мы подключили. Опускаем. Все работает. Трудно поверить, что все это чудо инженерной мысли сконструировано из обычного детского конструктора. Например, это гирроробот – результат фантазии учеников Новокуйбышевской школы номер 9. Он может следить за порядком в городе. К нему можно добавить какую-нибудь вещь, чтобы он как ездил и через него управляли, что ли. Автоматическую. Можно добавить ему камеру и, допустим, в маленьких местах каких-нибудь там его запускать. Самым юным участникам соревнований всего 5 лет, но здесь дети решают уже вполне взрослые конструкторские задачи. На имеющихся, казалось бы, одинаковых конструкторах были представлены такие удивительные, творческие, крайне непохожие, с большой такой творческой составляющей работы детей. Мы видели очень серьезные ответы, когда дети точно рассказывали, из каких деталей состоит, каким образом происходит этот технический процесс. Если эти дети пойдут по данному направлению, я думаю, что технический прогресс через 15-20 лет будет очевиден. После защиты проекта в жюри выберет лидеров. Лучшие из лучших будут выступать на открытой региональной конференции. Татьяна Пудова, Дмитрий Аллатарцев, новости губернии Новокуйбышевск.